Hare 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 Hare
Bhagavad Gita chapter 10, opulence of the absolute, text number 8. Шримад Бхагавад Гита, 10 глава, которая называется Великолепие Абсолюта, текст 8. Aham sarvasya prabhavo, matak sarvam pravartate, pati matva bhajanti mam, buddhat bhavat samanvittaha. Aham. Aham. Я. Сарвасья. Сарвасья. Всего. Всего. Прабхава. Прабхава. Источник творения. Источник творения. Маттаха. Маттаха. От меня. От меня. Сарвам. Сарвам. Все. Все. Правартате. Правартате. Исходит. Исходит. Идти. Идти. Так. Так. Матваха. Матваха. Познав. Познав. Бхаджанте. Бхаджанте. Поклоняются. Поклоняются. Мам. Мам. Мне. Мне. Буддаха. Буддаха. Мудрецы. Мудрецы. Бхава самвитаха. Бхава самвитаха. Очень сосредоточенные. Очень сосредоточенные. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит от меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. Комментарий. Знаток священных писаний, который в совершенстве изучил все веды и получил знания от таких авторитетов, как Господь Чайтанья, и который действует в соответствии с этим знанием, становится способным понять, что Кришна – источник всего сущего в материальном и духовном мирах. До конца осознав это, он беспрерывно служит Верховному Господу. Никакие глупцы и их толкования священных писаний не заставят его сойти с этого пути. Все ведические шастры единодушно признают Кришну источником Брамы, Шивы и других полубогов. В Атхарва-веде Гопала Тапани Упанишат 1.24 сказано «Йо Брама нам видадхати пурвам йо вай ведамща гапаяти сма Кришнах». Кришна сам на творение передал Браме ведическое знание, и он же распространял это знание в прошлом. Нараяна Упанишат 1 также сказано «Адха Пурушо Гавай Нараяно Камаята Праджах Сриджьяти». Тогда Верховная Личность Нараяна решил создать живых существ. Далее Нараяна Упанишат гласит «Нараянат Брама Джаяте, Нараянат Джапатих Праджаяте, Нараянат Индро Джаяте, Нараянат Аштау Васава Джаяте, Нараянат Икадаша Рудра Джаяте». Нараяна, два даша дитях. От Нараяны родился Брама и все великие прародители человечества. От Нараяны произошел Индра, и из него же возникли 8 васу, 11 рук и 12 адитьев. А сам Нараяна – воплощение Кришны. В ведах также сказано, Браманья Девики Путрага, сын Девики Кришна – это Верховная Личность, Нараяна Упанишат 4. Далее говорится, Эковай Нараяна Асинна Брамана Ишана Напо Нагди Самал Нееме Дьяв Апритхивина Накшатрани Насурьяха. В начале творения существовала только Верховная Личность Нараяна. Тогда не было ни Брамы, ни Шивы, ни огня, ни луны, ни звезд на небе, ни солнца. Махаупанишат 1. Махаупанишат гласит, что Господь Шива появился из лба Верховного Господа. Таким образом, веды утверждают, что единственным объектом поклонения является Верховный Господь, Создатель Брамы и Шивы. В Мокшадхарме Кришна говорит «Праджапатим ча рудрам ча пи ахам эва сриджами вай тау имам на виджани то мама майя вимохитау». Великие патриархи Шива и другие сотворены мной, хотя сами они, введенные в заблуждение моей иллюзорной энергией, не ведают об этом. В Варха Пуране также сказано «Нараяна прадивас тасмач джааташ чатурмукхах тасмад рудра бхават девак сача сарва». Джанатам Гатага. Нараяна – это Верховная Личность Бога. Он произвел на свет Брахму, от которого родился Шива. Господь Кришна – источник всего, и его называют самой действенной причиной творения. Поскольку все исходит из меня, говорит он, я изначальный источник всего. Все сущее подчинено мне. Во всем творении нет никого выше меня. Верховный Повелитель только один – Кришна. Тот, кто таким образом постиг Кришну, следуя указаниям духовного учителя и опираясь на ведические писания, использует всю свою энергию в сознании Кришны и становится по-настоящему мудрым. В сравнении с ним все остальные, те, кто не знает Кришну, просто глупцы. Только глупец может считать Кришну обыкновенным человеком. Тот, кто обладает сознанием Кришны,
не должен позволять глупцам и невежным сбивать себя с толку. Избегая неавторитетных комментариев и изданий Бхагавад-гиты, он должен неуклонно идти по пути сознания Кришны. Ахам саваси прабаву матаксарам правартите тиматва бхаджанти ма пурдха бхава самамита. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит от меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. Онкам кроуди бачилам мананайте гриме припадам мандейши гунгинатанам. So there is a basic principle of yoga. Это основной принцип йоги. Yoga is a system that Srila Prabhupada compared to a ladder of elevation. И йога — это система, которую Шрила Прабхупада сравнивает с лестницей к возвышению. So, the principle of ascending a ladder is that one has to be first have his feet firmly situated on the lower rung. И принципом этого процесса восхождения по лестнице является то, что человек, он свою стопу с того момента, где он находится внизу, он ставит на более высшую ступень. And then step by step one can move upward. И затем шаг за шагом движется вверх. So even though here we are all engaged in the Bhakti Yoga system, which is, as you know, the topmost yoga system. И мы все занимаемся Бхакти Йогой, которая, как вы знаете, является наивысшей из всех систем йоги. Still within that yoga system, there are levels of progress. Но и в этой системе йоги, тем не менее, есть свои уровни совершенства, прогресса. And the same principle applies. И к этой системе йоги применим тот же самый принцип. That we must become expert in bhakti yoga in the position that we are now in. Что мы должны достичь совершенства в бхакти-йоге в соответствии с тем положением, в котором мы сейчас находимся. Before we can presume to go upward. До того, как начать претендовать на дальнейшее продвижение наверх. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu was pleased when he heard Sri Ramananda Roy quote Lord Brahma Dev. One verse from Srimad Bhagavatam. Поэтому Господь Чайтанья Махапрабху был очень рад тогда, когда Рамананда Рай процитировал слова Брама Дева из Шримад Бхагаватам. Чайтанья Махапрабху had asked Рамананда Рай to tell him something about the ultimate goal of life. Чайтанья Махапрабху попросил Рамананда Рая сказать что-нибудь о высшей цели жизни. And Рамананда Рай had begun speaking about Varna Ashram Dharma. Рамананда Рой начал говорить о Варна Ашрама Дхарме. But Mahaprabhu was not so satisfied. He said, you can say something more, something more. Но Чайтанья Махапрабху не был доволен этим. Он говорил, ты можешь еще что-то сказать, еще что-то. Then at last, Рамананда Рой cited this verse, Gyane Prayasam Rupashya Namanjane, spoken by Lord Brahma. И, наконец, Рамананда Рай дошел до этого текста, который произнес Господь Брама. And here Mahaprabhu expressed satisfaction. И в этот момент Господь Чайтанья Махапрабху выразил удовлетворение. Although, of course, there was so much more to be said and would be said later. И несмотря на то, что можно было еще кое-что сказать, и еще очень много в этой беседе было сказано в дальнейшем. But here Mahaprabhu considered this is the first substantial step in the process of bhakti yoga. Но так или иначе, Чайтанья Махапрабху отметил, что именно в этом тексте и описывается первый существенный шаг на пути прогресса в бхакти-йоге. And so the first
The opening of the verse says, Gyane Prayasham, that one must dispense with mental speculation. И в начале, начало этого стиха открывается словами, которые говорят, что человек должен избавиться от привычки к умственным спекуляциям, к таким мудрствованиям. Because mental speculation is a lazy man's effort at making spiritual advancement. Потому что вот такие вот философские мудрствования, ментальные спекуляции, они являются, они подобны попыткам ленивого человека продвинуться на этом пути. He thinks if he can draw a logical picture, a logical schematic in his mind of the subject matter, that he has therefore mastered it. Он думает, что если такой ленивый человек думает, что если ему удастся в своем уме начертить некую схему или изобразить некую внутреннюю умственную картину какого-то предмета, то это уже все равно, что он овладел им в совершенстве. Well, that may be true about such things as auto mechanics or computer science. Может быть, это справедливо, если такой человек работает в сфере автоматики, механики или компьютерных наук. But it will not work with Krishna. Но с Кришной такой номер не пройдет. Because Krishna is monomaya, he is beyond the power of our small minds. Потому что Кришна известен как Мономая, то есть тот, кто находится за пределами возможностей нашего ума. Он недостижим для нашего ума. In fact, he is the ruler of our minds. И в действительности он управляет нашим умом. Achinchakalu ye bhava, na tarkena yojet. So, the subject matters which are achincha, transcendental, inconceivable, they cannot be grasped by tarka, by the logic of the mind. При помощи умственной логики, при помощи тарки, невозможно постичь темы, являющиеся непостижимыми, ачинтья, то есть духовные темы, трансцендентальные темы. Persons who are fond of this speculative process are very much, you see, under the control of the false ego. Люди, склонные к философским мудрствам, они в значительной мере находятся под влиянием ложного эго. And this will not help them. И их попытки им не помогут. The false ego is, of course, the formidable object, obstacle that is keeping us from entering the spiritual atmosphere. А ложное эго является страшным препятствием, которое весьма значительным препятствием, которое препятствует тому, чтобы мы достигли духовного уровня. So, then how are we to conquer this false ego? Как же нам одержать победу над этим ложным эго? So this verse that satisfied Mahaprabhu states, Shtaneshtita, you start in your present position. И этот текст, который так понравился читанию Махапрабху, он гласит, что ты должен оттолкнуться от своего нынешнего уровня. Never mind trying to, you know, with the speculative power of the mind, trying to create an impression in others that you are a very advanced philosopher. Никогда не пытайся при помощи своих спекулятивных способностей твоего ума, никогда не пытайся обмануть себя и создать впечатление для себя самого и также для других людей, представляясь чем-то более возвышенным, чем ты есть на самом деле. Well, we have to come back to the fundamentals of yoga. Нет, нам следует вернуться снова к истокам йоги. Which is control of the mind and control of the senses. Которыми являются контроль ума и контроль чувств. You see? Mental speculation actually means I'm not in control of my mind. Умственные спекуляции означают, что я не контролирую ум. And that in turn means I'm not in control of my senses. И это также в свою очередь означает, что я не контролирую свои чувства также. So such a person should not presume
to know more than others. А следовательно, такой человек не должен полагать, что он знает больше, чем другие. Because he doesn't. Поскольку это не так. He may be able to talk, blah, 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 blah. Он, может быть, умеет красиво говорить, тра-ла-ла. And, you know, manufacture many confusing arguments. И может выдвигать множество заковыристых аргументов. But if he is not in control of his mind and senses, then he's no better than person digging in the field. Но если он не контролирует свой ум и чувства, то он ничем не лучше землекопа в поле. Therefore, Prabhupada writes in one purport that this title, PhD. Поэтому Шрила Прабхупада в одном из комментариев говорит, что этот титул, доктор наук. Actually, you know, in English it's PhD, so, and it actually stands for plow department. Здесь будет трудно прямо перевести, то есть вот эта аббревиатура PhD, то есть доктор философии, это эквивалент нашей докторской научной степени, то есть это означает буквально пахарь, колхозник, идущий за плугом. He would be better to be put out in the field, guiding a plow behind some bulls. И что такому человеку гораздо лучше было бы оказаться в поле, держа в руках плуг и ведя этот плуг за упряжкой быков. Doing some practical work. И так он сможет хоть что-то практическое сделать в жизни. You see, because that's actually the level he's on. Поскольку это реальный уровень, на котором он находится в настоящее время. You see? So Mahaprabhu, from this verse we see Mahaprabhu is asking us, Shtane Ishtita, you be in your position honestly. И мы видим, что в этом тексте читания Махапрабху он призывает нас, Shtane Ishtita, то есть будьте честными, честно оставайтесь на своем уровне. And in that position humbly, Shruttivan Manobhir. You purify the consciousness. И на этом уровне Shruttivan Manobhir очищает свое сознание. By hearing about Krishna. Слушанием о Кришне. From those who are qualified to speak about Krishna. А тех, кто имеют должные качества для того, чтобы говорить о Кришне. In this way, he prayasho ajita jito apitaistri lokyam. And in this way, Krishna, who is ajit, who cannot be conquered by our foolish mental speculation, he will agree to come within our frame of knowledge. И тогда Кришна, которого он известен как Аджита, то есть тот, кого невозможно завоевать при помощи философских спекуляций, при помощи мудрствований, тогда он сам согласится оказаться в зоне восприятия нашего ума. He will agree to manifest within our heart. Он согласится проявиться в нашем сердце, which is the true seat of knowledge. Которое является подлинным троном знания. But you see, He does this. Но так или иначе это он это сделает. The whole speculative process, the whole so-called scientific method of the Western world is to take something, to bring something under our control, and then on that basis we know it after we have brought it under our power. Западный научный подход. Для того, чтобы познать нечто, мы должны овладеть этим, то есть поместить это под свой контроль. И только тогда мы сможем, контролируя некий предмет, мы сможем познавать его. But again, you cannot do that with Krishna. Но опять же, с Кришной это невозможно. Maybe you think you can do that with some butterfly or some frog. Может быть, вы думаете, что это возможно с какой-то бабочкой или с жабой? They like to, you know, put these creatures under their microscope. Ученые склонны помещать таких животных под микроскоп. But even these creatures, even butterflies and frogs, they do not understand completely. Но ни бабочек, ни жаб они также полностью не поняли. So what to speak of Krishna? Что уж говорить о Кришне? So, but still, Krishna is so kind. If we follow the process that he gives, then he, by his mercy, will appear within our heart. Но Кришна, он столь милостив, что если мы
будем искренне следовать системе того процесса, который Он нам дал, то Он сам проявится в нашем сердце. По-настоящему меня можно познать лишь благодаря процессу бхакти. So in the verse we've read this evening, Krishna is telling us that knowledge of Himself begins with this, knowing that He is the source of everything in this material existence. И Господь Кришна, Он сообщил нам в том тексте Бхагавад-гиты, который мы читали сегодня, что процесс восхождения к совершенству начинается с сознания того факта, что Он является источником всего сущего. Generally, people become inclined to the spiritual path because they have become distressed in their material position. По большей части люди обращаются к духовному пути, поскольку они испытывают страдания в материальной сфере. They find life in this material world very troublesome. Они находят жизнь в материальном мире слишком болезненной. And they want to get out. И они пытаются выйти из материального мира. They want liberation. Они жаждут освобождения. So Krishna consciousness becomes attractive to them for that reason. И по этой причине они привлекаются сознанием Кришны. But what Krishna is saying here is, now, first, you have to understand this material nature thoroughly. Но, как Кришна говорит здесь, ты должен тщательно понять эту материальную природу прежде всего. How it has no other origin than me. Ты должен понять, как это так, что у нее нет никакого другого источника, кроме как меня. How it is completely under my control. Как она полностью находится в моей власти. And how its true purpose is determined by me only. И как ее предназначение, ее подлинное предназначение определено мной и только мной. You see? Our trouble, our problem, our difficulty in this material life is our ignorance. Наша беда, наша трудность, наша проблема в материальной жизни – это наше невежество. This material nature is Krishna's nature. Это материальная природа – это природа Кришны. But we do not understand that. Но мы не понимаем этого. People think that, sometimes people are even thinking that this material energy is evil. Порой люди считают эту материальную энергию неким злом. They have this expression, the world, the flesh and the devil. Есть такое высказывание, мир, плоть и дьявол. Some expression from Christianity. Это какое-то христианское высказывание. So it's equating this material world with this physical body we have and equating that with the devil, Satan. Они приравнивают материальную природу к материальному телу, которым обладают люди, и приравнивают все это, в свою очередь, к сатане, к дьяволу. And so, yes, people want to be saved from this situation. А раз так, то люди пытаются спастись из этого положения. But this desire for salvation is not compatible with pure devotional service. Но стремление к освобождению нельзя сравнить с чистой преданностью. You see? Because the desire for salvation is selfish. Поскольку желание достичь освобождения эгоистично. It is more concerned with myself than with service to the Lord. Оно более заинтересовано в себе самом, нежели в служении Господу. This is actually the theme of the Bhagavad Gita. В этом и состоит настоящая, в этом главная тема Бхагавад Гиты. Arjuna's complaint in the beginning of the Gita is that he wants to be saved from the situation that he is in. В начале Бхагавад Гиты Арджуна жалуется Кришне, он говорит, что он хочет спастись из положения, в котором оказался. And that is more important to him than service to Krishna. И поначалу для него это более важно, нежели служение Кришне.
So the whole Bhagavad Gita is simply Krishna removing this contaminated idea from Arjuna's consciousness. И в течение всей продолжения всей Бхагавад Гиты Кришна он очищает ум Арджуны от всей накопившейся скверны. Sarva dharmam prityaja. Never mind these other conceptions of dharma, where your interests come first, you will be saved and all of that. Даже не думай, оставь мысли о всех разновидностях дхармы, где на первую позицию выходят твои собственные интересы, твое стремление к собственной безопасности. Mamekam sharanam raja, you surrender to me. И предайся мне. And if you're worried about this surrender to me exclusively getting you in trouble, не думай и не опасайся того, что если ты предашься мне и только мне, то ты у тебя будут от этого неприятности. People will blame you or whatever. Что люди будут порицать тебя или что-то еще в этом духе. Masuchaha. Don't fear, I'll protect you. Не бойся, я защищу тебя. So this is the real path of bhakti. В этом и есть подлинный путь бхакти. You see, one comes under Krishna's absolute shelter. Человек принимает исключительное прибежище у Кришны. No compromise, not even with the desire for salvation. И он не допускает компромиссов даже в отношении желания к освобождению, стремления к освобождению. So we developed this salvationist ideology due to our ignorance in dealing with this material energy, this energy of Krishna. И именно невежество в наших проявляемое нами в взаимоотношениях с материальной природой приводит к тому, что в нас возникает стремление к освобождению. We have been thinking that this energy is simply existing for our sense gratification. Мы полагаем, что эта энергия существует лишь для нашего чувственного удовлетворения. And we have tried to enjoy it. И мы пытались ею наслаждаться. And every time we tried, we got kicked in the face. И всякий раз, пытаясь наслаждаться ею, мы получали пинок в лицо. Prabhupada used to give this example of the male ass coming behind the female ass for sex, and she kicks him in the head with her hooves, her back hooves. Шрила Прабхупада часто приводил этот пример, в котором он описывал самца, осла, который приближается к самке для того, чтобы совокупиться с нею. Но вместо этого он получает, она легает его копытами задних ног. So after experiencing this again and again, kicked, then one may start to think, yes, this material energy is evil. И перенося удар за ударом, человек может прийти к мысли о том, что эта материя, вероятно, и есть зло. It's simply causing me pain. Она приносит мне только боль. I must get free of it. Я должен избавиться от нее. Yeah. Well, this is better than trying to enjoy the material nature, but it is still ignorant. Это лучше, чем попытки наслаждаться материальной энергией, но тем не менее это все еще в сфере невежества находится. A person who is thinking like this is still thinking about himself first. Человек, который думает таким образом, он по-прежнему прежде всего думает о самом себе. So we must understand, we must come to learn that this material energy, yes, it is Krishna's energy. Он должен понять, что эта материальная энергия, да, это энергия Кришны. And this idea that it exists for my sense gratification is my stupidity. И представление о том, что она существует для моего чувственного удовлетворения, это есть проявление моей собственной глупости. Actually, it has another purpose. Что на самом деле у нее совершенно другое предназначение. And that is Krishna's service. А именно служение Кришне. And if we want to make any progress in spiritual life, we have to learn how to engage this energy. И если мы вообще хотим совершить хоть какой-то прогресс в преданном служении, в преданности, то мы должны научиться тому, как
занять эту энергию в служении Кришне, как использовать ее в служении Кришне. So this is exactly what Krishna's instructing Arjuna. Это именно то наставление, которое Кришна дает здесь Арджуне. Aham savasya prabhavo mataksarvam pravartate. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Then iti matva bhajanti mam buddha bhavasamanvita. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. И мудрецы, постигшие эту истину, слушают и поклоняются мне всем сердцем. Iti matva. They know this. Они знают это. Who are they? Кто это они? Those who are Buddha. Buddha. Prabhupada translates this as learned. Те, кто являются Buddha, Шрила Прабхупада переводит это слово как мудрецы. Buddha means enlightened. То есть Будда означает просвещенное. So those who are enlightened, they know everything about how this energy is coming from Krishna. Просвещенные знают все о том, как эта энергия исходит от Кришны. And how it has no other purpose than the Lord's service. И что она не имеет никакого иного предназначения, помимо служения Господу. And so knowing this, bhajanti mam, Krishna says, they worship me. А зная это, как говорит Кришна, баджанты мам, они поклоняются мне. And that means, you see, bhajan, this is practical. That means they practically engage this energy in Krishna's service. А слово баджан предполагает, что они практически занимают эту энергию в служении Кришне. And they do this bhava samambita. They do this from the very core of their hearts. Prabhupada translates from the word for word with great attention. И когда они делают это, они это делают, что называется бава самамбитом, то есть как Шрила Прабхупада в пословном переводе говорит, что они очень сосредоточены, когда делают это. They're fully absorbed. Они полностью поглощены. Seeing the connection of everything to Krishna. Созерцанием всеобщей связи с Кришной. So this is the true science. Krishna sambandha vigyana. To realize, vijnana means realized knowledge. To realize knowledge that everything is Krishna sambandha. Everything is connected and connectable to Krishna. И таким образом, вот эта концепция Кришна самбанда вигьяна является подлинным знанием. Это концепция того, что все связано с Кришной, Кришна самбанда, или то, что все можно связать с Кришной. And our only difficulty in this material world is that we don't know this clearly. И единственной нашей проблемой в материальном мире является то, что мы этого отчетливо не понимаем. A person becomes a mental speculator because he's afraid of engaging the material energy. Человек становится таким философским спекулятором, таким бесплодным мыслителем из-за того, что он боится использовать материальную энергию. So he sits down and just speculates. Maybe it's this, maybe it's that. Поэтому он садится и просто спекулирует, может быть это так, а может быть эдак. But he doesn't know. Но сам он ничего не знает. And so this speculation will just go on and on and on. Поэтому его мудрствование нет конца. With no practical conclusion. И они не приводят ни к какому практическому результату. So what Krishna is describing here in this verse is actually the end. What is the true end of knowledge? И Господь Кришна в этом тексте описывает то, что является конечным знанием. Our search for knowledge ends in Krishna. Наш научный поиск завершается в Кришне. That he is the source of everything. Поскольку он является источником всего. And that the only way to approach him is by engaging this energy, everything in his service. И единственным путем к постижению его является процесс занятия всего сущего в служении ему. As much as the only way to see the sun is that the eyes become lit up by the rays that come from the sun. И это точно так же, как единственный способ увидеть солнце, это тот процесс, когда лучи солнца, они освещают глаз. You see?
What are the rays of the sun? That is the sun's energy, the sun's nature. Что такое солнечные лучи? Это лучи, исходящие из солнца, это энергия солнца. So to see the sun means to use the energy of the sun to reach the sun. То есть процесс созерцания солнца это процесс использования энергии солнца для того, чтобы постичь солнце. Otherwise there's no way. Другого способа не существует, иначе это невозможно. If we sit in a dark cave where there's no light. Если мы сядем в темной пещере, где никуда не проникает солнечный свет, and we speculate what is the sun. И будем спекулировать о том, что есть солнце. No, maybe it's yellow, or maybe it's red, or maybe it's blue, or maybe it's a big bird in the sky, maybe it's whatever. Может быть, мы будем думать, может быть, солнце желтое, может быть, солнце красное, а может быть, оно синее, а может быть, это огромная птица в небе, а может это, да Бог знает что, до безумия можно додуматься. This is useless. В этом нет никакого проку. So the real end of knowledge entails engaging Krishna's energy in his service. Окончательное знание, оно предполагает то, что мы занимаем все в служении Кришне. Without fear. Без всякого страха. Krishna says, Masucha, do not fear. Кришна говорит, Масуча, не бойся. He's telling Arjuna, this is practical. You fight now. Кришна говорит Арджуне, то есть он говорит совершенно практические вещи. Теперь сражайся. He's explained to Arjuna, this is your nature. You're a Kshatriya. Он объяснил Арджуне, это в твоей природе, ты Кшатрия. And your nature comes from me. А твоя природа исходит от меня. The whole setting of this battlefield I have arranged. И всю эту ситуацию на поле боя устроил я. Your purpose is to engage in warfare here. А твоя задача – это вступить в сражение. Under my order. По моему приказанию. So you do it and do not fear. Поэтому делай это и не бойся. So, and of course, then there are those who try to jump over this whole thing. In the name of a higher realization of Krishna consciousness. Безусловно, есть люди, которые пытаются перепрыгнуть через данное указание под предлогом того, что они хотят обрести некие высшие реализации Кришны. Sometimes you hear these absurd. Иногда приходится слушать, вот вам приходится слушать такие абсурдные аргументы. Well, Arjuna was on a lower rasa. Нет, Арджуна, он в такой низшей расе находился. А на Голока Вриндаване гопи просто танцуют с Кришной. There's no fighting. Там нет сражений. There's no struggle. Нет борьбы. No danger. Опасности нет. You see? No disturbance. Нет беспокойств. Everything is just wonderful. Там все просто чудесно. So, why should I get involved in this, you see, lower level. Почему я должен вникать в эти низшие уровни? I'll just jump over and become a gopi, whatever. Лучше я перепрыгну через это все и стану гопи или чем-нибудь еще. Yeah, this is more of the same nonsense, mental speculation. Это очередная порция невежества посредством умственных спекуляций. Actually, such a person has no understanding at all about higher rasas with Krishna. Такой человек, как правило, решительно ничего не понимает о высших расах с Кришной. Anybody who thinks that the rasa of Srimati Radharani and the gopis with Krishna is just like playing, you know, children playing on a merry-go-round in the schoolyard, just laughing and singing and running and smiling, that person doesn't know anything. Такой человек, который считает, что игры Радхи и Кришны подобны детским играм на школьной площадке, какие-то улыбки, прыжки, какие-то игры, такой человек понятия не имеет обо всем происходящем. The Madhurya Rasa is not a fairy tale. Madhurya Rasa – это не сказка. See, it's not a children's bedtime story. Это не детская сказка на ночь. Actually, the ecstasy that
Shrimati Radharani experiences in her relationship with Krishna is so intense, it is beyond our ability to understand. Экстаз, который испытывает Шримати Радхарани во взаимоотношении с Кришной, настолько силен, что это превосходит всякие наши способности к пониманию этого. And there is intense joy and intense suffering. В этом есть и сильнейшая радость, и сильнейшие страдания. It is not all just smiles and la-di-da. Это не просто вот такие вот улыбки вечные. But it's an extreme wrenching of the root of the heart and the whole consciousness being submerged in fire of separation. Когда происходит отношение между Радхой и Кришной, когда они всем своим естеством погружаются в переживание разлуки, то кажется, что сердце до самых корней просто выкручивает. Of course, in speaking this way, I do not mean to compare this with any sort of material suffering. Безусловно, говоря об этом, я не пытаюсь сравнить это с какой-то из разновидностей материальных страданий. The point is, it is transcendental. Сама суть этого процесса в том, что он духовен. And we simply have no idea what it is. И мы просто понятия не имеем о том, что это есть такое. Or a very slight idea. Или имеем об этом некое отдаленное представление. One cannot understand this unless one has the adhikar, unless one has the qualification which you do not earn yourself, it must be awarded. Не имея адхикары, не имея соответствующей квалификации, невозможно обрести правильное понимание того, о чем я говорю. То есть это невозможно заработать самому. Это можно получить свыше как награду. And it is awarded to those who are trustworthy. И эту награду получают лишь те, кто достоин доверия. Well, not take it and turn it into a cheap thing of ridicule. Те, кто способны принять это и не обратить это в некую забаву на потеху всем. So how does one show that one is trustworthy? И как человек может продемонстрировать свою надежность? Well, we have to come back to the same verse. Нам следует вернуться к тому же самому тексту. Aham savasya prabhavamattak sarvapartide. Here it is. We show that we're trustworthy here and now. Мы демонстрируем, что мы достойны доверия вот прямо здесь и сейчас. As Srila Prabhupada said, within the heart there are three entities. Как Шрила Прабхупада говорит, что в сердце находятся три существа. There is, of course, the jivatma, our spiritual self. Безусловно, там находится дживатма, наша духовная сущность. And there is the параматма. Там находится параматма. And the third is пракрити. There is пракрити. А третье это пракрити. And Prabhupada quotes in purport in the Gita from the Vedas, tri vidim brahmanitat. These are the three aspects of Brahman, the absolute truth. И в этом комментарии Шрила Прабхупада цитирует Веды, где он говорит, что это три аспекта Брахмана, три аспекта абсолютной истины. Bhakti bhogim praritaram matvasva proptam tri vidim brahmanitat. The Lord, the living entity, and the material energy. Господь, живое существо, материальная природа. As Krishna says later in the Gita, to come, mad bhaktim labhate param, to come to real devotional service, one must first be established in Brahman. И как в дальнейшем в Бхагавад-гите Кришна скажет, что для того, чтобы приблизиться к преданному служению мне, человек должен утвердиться в знании Брахмана. And Brahman means, again, this to be acting in proper relationship with the Lord and His energy. That is Brahman. А этот уровень познания Брахмана, он предполагает, что человек, он правильным образом общается с Господом и Его энергией. So someone who thinks, oh, this is too hard, let me just jump,
into Goloka pastimes. И человек, который думает, нет, это слишком трудно, дай-ка я сразу прыгну в игры на Голоке. Is being very, very, not only very, very foolish, but this is actually very, very offensive. И такой человек, он ведет себя не просто глупо, но еще и весьма оскорбительно. Because this attempt to jump right into Krishna's pastimes without being established in Brahman means that you want to bring into Krishna's pastimes all of your contamination. Поскольку вот это желание, не утвердившись в знании Брахмана, прыгнуть в духовные игры, предполагает то, что такой человек намеревается в духовный мир принести всю свою накопившуюся скверну. Or if one is not on Brahma-Buddha platform, then one must be in the contaminated position. Поскольку если человек не достиг уровня Брахма-Будды, то он по-прежнему осквернен. So one is looking at Krishna's pastimes and thinking, there's the enjoyment I want. И такой человек, он смотрит на игры Кришны и думает, во, это, вот этой услады я жду. I've been trying to enjoy here. Я пытался здесь наслаждаться. Now I understand that's not possible, because here is evil. Но теперь я понимаю, здесь это невозможно, здесь повсюду зло. But there, there's the good. Но там, там благо. And I'll jump over there and enjoy it. Я прыгну туда и буду наслаждаться. So one is thinking Goloka Vrindavan. It's more or less one is thinking that Goloka Vrindavan is heaven. И человек думает о Голоке Вриндаване, считая, что Голока Вриндавана это какое-то подобие рая. Actually, Svargaloka is that place where you can go to enjoy bringing your suitcase full of all your karmic contaminations. Тем местом, куда вы можете приехать для того, чтобы наслаждаться, захватив с собой чемодан всех своих кармических, всей своей кармической скверны, является Сваргалока. See, all lingering materialism you bring with you to heaven. В рай вы можете прихватить с собой весь багаж материализма. And there's the Nandanandana garden, and one can go in that garden, and there are beautiful apsaras, and there is nectarian intoxicating drinks. Там есть сады, сады Нандана, куда можно войти со своим стремлением наслаждаться, и там есть прекрасные апсары, небесные девы, танцовщицы. Там есть небесные опьяняющие напитки, и вы можете наслаждать свои чувства до предела. For a long time. И достаточно долго. Until the karmic checking account runs dry. Пока не истечет ваш банковский счет благой кармы. The karmic credit card. Suddenly one day the machine rejects. Однажды банкомат, райский банкомат, он откажется принимать вашу кредитную карту. Это сварга. Bank automat. Банковский автомат сварга банка. And then the sign flashes on in the screen. Go back to earth and work. Когда вы попытаетесь вставить туда свою кармическую кредитную карту, на экране этого банкомата сварга банка замелькает надпись «Отправляйся назад на землю и работай». So down we have to go and earn more karma to come back to enjoy. И мы должны снова спускаться вниз, чтобы заработать еще хорошие кармы, чтобы наслаждаться опять. So this, but this has nothing to do with Krishna's pastimes, with Goloka Vrindavan, with the spiritual world. Но это ничего общего не имеет с играми Кришны в Голока Вриндаване, в духовном мире. To enter that, what does Krishna say? Brahma Bhutta Prasanatma Nasoshati Nakangshati. Samaksaveshu bhuteshu mad bhaktim lavate param. Only after we have come to the purified platform of the self, Brahma Bhutta, mad bhaktim lavate param, then real devotional service begins. Как говорит в этом стихе Господь Кришна, когда человек он достигает этого состояния Брахма Бхутты, то тогда начинается его подлинное преданное служение. And again, Brahman means the pure relationship of a living entity to the Lord and to the Lord's energy.
И это постижение Брахмана начинается с настоящих правильных отношений преданного с Господом и его энергией материальной природы. The pure functional relationship. Такие правильные, чистые, функциональные отношения. Васудеви, Бхагавати, Бхакти-йога, Адхокшаджа. Адхокшаджа, Бхакти. Бхакти on the transcendental platform. В данном стихе говорится о бхакти адхокшаджа, то есть о бхакти-йоге на духовном уровне. Хираньяшу-вайранам, гьянчарахайтукам, in this situation, in the situation of pure devotional service, then vairagya, renunciation of sense gratification and perfect spiritual knowledge, they are natural. They are simply natural decorations of the devotee. И когда преданный достигает такого уровня, то вайрагья, то есть отреченность от материи, и гьяна, то есть подлинное духовное знание, они становятся чем-то вроде украшений такого преданного. I'll stop here. Thank you very much. Итак, на этом месте я остановлюсь. Спасибо большое. Any question? Есть ли какие-то вопросы? All these pictures I want to read to. Yes, Prabhu. Должны ли мы слушать, когда о Кришне только о его играх в материальном мире, в сотворении, или как тогда мы должны слушать об играх Кришны в Вриндаване? Еще раз, я не совсем понял, должны ли мы? Как мы тогда должны слушать об играх Кришны в Вриндаване? Если говорилось о том, что нам еще рано. It was said that we are not ready to listen about the higher rasas and lilas of Krishna, but how should we hear anyway about Krishna lilas, even if we are not ready? And does it mean that we have to listen only to those pastimes which are held in this material world by Krishna? Okay, I'm not sure. Translation comes from two sources. So I did not say in my lecture, you could play the tape and listen carefully, you'll not hear that I said that we should not hear about the leelas in Goloka Vrindavan. I did not say that. I challenge you to point out where I said that. Я не говорил в своей лекции о том, что мы не должны слушать об играх Кришны на Голоке Вриндаване. Прокрутите пленку, и вы обнаружите, что такого не было. То есть я прошу, если что, показать мне. Where did I say that? Где я об этом говорил? What I said is, Sthanistita, in your position, you have to hear. Shutiman manobir. То, что я говорил, это то, что вы в своем положении должны, Shrutiman, то есть оставаясь в своем положении, вы должны слушать. And this is the lesson. You have to hear. И в этом состоит урок того, о чем мы говорили. Вы должны слушать. Before you can presume to make more advancement, you have to hear more carefully, because obviously you're not hearing correctly. Hearing the wrong thing. До того, как представлять себя кем-то возвышенным, претендовать на какое-то возвышенное положение, вы должны научиться как следует слушать, поскольку совершенно очевидно, что вы не слушаете как следует. We have to become expert in hearing. Вы должны стать опытным слушателем. Then you can hear about Krishna's Goloka pastimes without making a mistake. И тогда вы сможете, не делая ошибок, слушать об играх Кришны на Голоке. If we make a mistake hearing those pastimes, we can get in very, very, very much trouble. И если мы будем допускать ошибки, слушая об этих играх Кришны, мы окажемся в очень, очень больших неприятностях. That's why it's better
to concentrate now on hearing how to serve Krishna practically on this level. Поэтому до определенного уровня, в настоящий момент, нам безопаснее будет сконцентрироваться на слушании о том, как служить Кришне в нашем нынешнем положении. You hear, and you try to carry it out, you make some mistake, you correct it, you go back, try again, hear, try again, like that. Вы слушаете, применяете услышанное знание, допускаете ошибку, исправляете ошибку, слушаете еще, пытаетесь применить еще, новая попытка, еще слушаете и так далее. In this way we become purified. И так мы очищаемся. Of our ignorance. От невежества. Of our distracted mind. От нашего ума, который все время отвлекается. You see? And then one can, when, as one gets the adhikar, then one can properly hear the higher topics. И когда человек, он приобретает квалификацию, адхикару, он тогда сможет слушать о высших темах. So, anyway, Srila Prabhupada has presented the Rajalila in his Krishna book. В конце концов, Шрила Прабхупада, он написал в Раджа-лилу в своей книге «Источник вечного наслаждения». And if you read Krishna book, you are hearing Srila Prabhupada's own account of those lilas. И если вы будете читать источник, вы будете читать о собственном изложении из уст Шрилы Прабхупады о этих играх. And along with those lilas on every page, Prabhupada is preaching to correct our foolish minds' misinterpretation. И на каждой странице Шрила Прабхупада приводит философские объяснения для того, чтобы не дать нашему уму представить свои собственные искаженные интерпретации. Как мне понять, что я уже могу слушать без ошибок? How to understand that I'm ready to hear without mistakes? Well, you have to have a spiritual master. Для этого у вас должен быть духовный учитель. You hear from him. Вы слушаете духовного учителя. And he guides you in practical devotional activities. И он будет руководить вами в вашей деятельности преданном служении. And if you're ready to hear more confidential knowledge, then he will introduce you to that. И если вы будете готовы для к слушанию более сокровенных тем, то он вас введет в эти темы. This is what Prabhupada himself said to his disciples, that when you are ready, then I will introduce you to the higher topics. And he meant that even after I have left this world, I will come back to you and bring you forward, bring you up. Srila this Prabhupada is the meaning of the eternal link between spiritual master and disciple. Это именно то, что Шрила Прабхупада имел в виду, когда он говорил своим ученикам, что когда вы будете готовы, я лично приду для того, чтобы ввести вас в эти сокровенные темы. И имеется в виду, что даже после его ухода, после оставления физического тела, что он вернется для того, чтобы объяснить ученику более сокровенные предметы. В этом и состоит суть вечных взаимоотношений между учителем и учеником. Yes. С одной стороны, говорится, что процесс сознания Кришны постепенный процесс. Это означает, что человек может опускать какие-то еще наслаждения на начальном этапе. С другой стороны, говорится, что любое попустительство только усугубит Бхагавати. И как это совместить? С одной стороны, процесс постепенный, это означает, что человек может опускать еще какие-то наслаждения. It is stated that devotional service is a step-by-step process, and beginner in devotional service from time to time can make some mistake. But it is also stated that every mistake can make sin even worse than it was in beginning. How to understand this situation? These sorts of questions, they're answered in terms of the relationship between disciple and the spiritual master. На подобные вопросы следует давать ответы в духе
отношения между учителем и учеником. So we make progress only by the mercy of the spiritual master. Мы совершаем прогресс только по милости духовного учителя. And mercy means he's giving us chance. А милость означает, что он дает нам шанс. And he's forgiving us for our mistakes and giving us a second chance or third chance or 100 chances. И что он прощает нас за наши ошибки и дает нам второй шанс, третий шанс, сотый шанс. So as long as we are able to keep our relationship with our spiritual master intact, then our position is secure. И до тех пор, пока нам удается сохранить наши взаимоотношения с духовным учителем в неприкосновенности, наше положение безопасно. But if we are so foolish as to commit the kind of offense that ruptures the relationship, then we're in a lot of difficulty. Но если мы совершаем такое оскорбление, которое разрушает эти отношения, то у нас большие проблемы. Anything else? Есть мнение, что духовный учитель обращается за учеником, даже если он оставил духовную практику. В реальности духовный учитель, с которым мы имеем отношение в этой жизни, обращается за спустя, может быть, 500 лет, 1000 лет за духовным учеником. It is stated that spiritual master will come back to save his disciple even after leaving his physical body. And is it true that spiritual master will come back for his foolish and maybe fallen disciple after maybe some 100 years to save him? Yes, but Prabhupada said, please have mercy on me. He said, please don't force me to come back. Да, это так, но Шрила Прабхупада говорит, пожалуйста, смилостивьтесь надо мной, не заставляйте меня возвращаться. Well, the fact that we may oblige our spiritual master to come back to save us after 100 lifetimes, this is not a great credit to us. И не будет нашей, нам не сделает чести, не будет нашей заслуги, если мы заставим нашего духовного учителя вернуться за нами через сотню жизней. It's better to try to understand what our guru is teaching us now and to follow it properly in this lifetime. И гораздо лучше будет понять, в чем состоит суть наставлений духовного учителя сейчас, стараться следовать его наставлениям уже в этой жизни. Okay. I'll stop here. Thank you very much. Prabhupada ki jai. Да, пожалуйста.